почему-то все время хочется спать. Ну а сегодня 14 декабря, Международный день обезьян. С вами сегодня Женя, «Сильные новости», рубрика «Короче», поехали. Помните, буквально несколько месяцев назад на этом месте, на проспекте Ленина, произошла авария, когда пьяный водитель на Ягуаре врезался в припаркованное авто. Сейчас он заключен под стражу, его будут судить за причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности. История, кстати, с продолжением. Мужчина ехал почти со скоростью 100 км в час, его у крови было обнаружено 3,55 промилле этилового спирта, и привлекался он к административной ответственности, внимание, 25 раз. Такие дела. Жители районов Центрального, Лотовы, Советского, радуйтесь. Именно по маршруту номер 17 будет курсировать новый электробус, который недавно закупили и привезли в Гомеле. Таких нет даже в Минске и других областях Беларуси. Решение было принято, исходя из запросов в соцсетях автобусного парка номер 6. Электробус будет курсировать уже на этой неделе, так что присылайте фотографии, ловите его на дорогах Гомеля, и мы ждем от вас информации. Рассказываю историю, как двое гомельчан собирались заняться творчеством. Молодые художники увлекались онлайн-играми, сначала рисовали в тетради, а потом решили выйти к стенам города. Взяли баллончики и ночью пошли разрисовывать. Да попались на милиционеров, решили убежать. Один сразу же споткнулся и упал, так и не убежал, а второй запыхался, поднял руки и кричал «сдаюсь». В итоге вместо признания своего творчества получили административку. Такие дела.